нравится? Да, смотри. Давай покажем, Марине. Вот такая вот, ребята, машинка. Сейчас Света наклеит наклейки. А что там еще, вкусняшки какие-то были? Чупа-чупс, давай я покажу. И вот такой, ребята, чупа-чупс. Да. Смотрите, какая куколка. Да. Да, Ваня конфетки открыл. Давай Мариночке немножко дадим. Мама. На. Мама. Да. Ну. Ой, как вкусно, Ваня. Скажи, как вкусно, да? Очень вкусно. Тебе, Ваня, понравились свои подарочки? Вот такие вот, да, подарочки были, да, Ванечка? А киндер-яйцо можно будет оставить для следующей челленджи, да? Вот такое киндер-яичко. Ай, какая у Вани машинка и солдатик. А где здесь пакетик был? Куда уже убрали? С конфетками. Вот у меня пакетик. И скоро вы увидите челлендж вот с такими конфетками. Так что, если вам интересно, то оставайтесь на нашем канале, да, Ванюшка? Не, никакая еще. Еще рано какая. Сейчас Света машинку наклеит и покажет. А ты пока конфетки лопай. Тебе, Марина, нравится? Ты довольна? Конфетки кушает, да. А тут два пакетика. У меня такой еще чупа-чупс был. Ну, тут два пакетика ассорти мороженое. Тут разные должны быть вкусы мороженого. Мы попозже это обязательно заснимем. Уже вместе с маленькими. Да, Ванечка? Вау! Упала? Ну и ладно, потом поднимем. Марина. Мариночка, бери чупа-чупс. Так и открыла. Тихо. Мы не плачем. Сейчас машинку Света почти доклеила. Смотри, какая его. Солдатик. Смотри, какой у тебя солдатик. Ой, падает солдатик. Давай ставь его. А какого ты солдатика хочешь? Покажи. Покажи, какого солдатика Ванечка хотит. У нас с тобой попался фиолетовый. Ну все, тихо. Марина, будешь плакать? Я больше тебе никогда ничего не куплю. Это вот этот вот получается у нас второе. Стрельба. А. У нас, смотрите, ребята, вот по этой картинке получается второй. Вот этот вот. Видите, вот он. Так-то интересно собрать всю коллекцию солдатиков. Да, Ваня? Конфетки вкусные? Конфетки в форме сердечек, в форме ананаса, в форме груши. Да? Где ананасик? Вот ананасик. А где груша? Вот груша, виноградик есть, сердечки есть, да? Много. Дай маме конфетку попробовать. Дай маме. Ну, дай маме. Маме дашь? Жадина. Ты жадина, говядина. Маме не даешь, да? Дай маме попробовать. Мама плакать будет. Мама плачет. Ваня не дает конфетку. Дай маме. Ты же маму любишь? Любишь маму? Мама. О, вредина. Видите, какой он у нас? Кушай, кушай, дочек. Ой, да, Ваня вот такую вот конфетку маме дал. Спасибо. Можно? Отобрал. Давай. А, давай маме. А. Какую маме дашь конфетку? Я там стояла. Ну, давай маме конфетку. Сына, ты что такой жадина? Дай мне. Машинка? Тебе нравится машинка? А давай включим машинку, давай. Да. А что, она не работает? Так, вот так вот Света наклеила наклеечки. И вот такая вот. Вот так. Ой, машинка поехала, да, Ваня? Ой, поехала машинка. Вот в целом, ребята, вот такие вот подарки для детей были. Вам понравилось? Да, скажите, ставьте лайк. Ваня, скажи лайк. Ваня, скажи лайк. Скажи вот так вот. Ставьте лайк, да, Ваня, вот так вот. Пока-пока. Всем доброе утро. Мы с Ваней, с Мариной едем в садик. Света с нами. Время уже без 28. Света, двери открываем. Сегодня мы припозднились. Они сегодня что-то всю ночь плохо спали. Поэтому разбудить их было. Марина, шагай, шагай. Тяжелый случай. Ладно, идем в садик.
Бежим, а не идем. Ребята, могу обрадовать. Мне позвонили сейчас с Формулы мебели, где я заказывала кухню, и мне сказали, в четверг мне ее уже привезут. И у меня сегодня Света с Катей в город ездили. Паша, ну, у них свои карманные деньги были. А? Я ей корм купила, кошачий живет. Она его любит. Не ест? Она его любит. Ест? И девчонки мне вот такую вот штучку привезли. Нет. Катюха это подарила. И две жвачки. Это, наверное, Света, да? Это я тоже покупала. Тоже ты? Да. Ну, вот, спасибо девчонкам. Они тут всем привезли сладости, подарки. Мальчикам что подарили? Егорке бичпаке, да? Да, и Илюшке тоже. Покажи, и какой кошке купила. Это ты что, Масе купила? Да. Света еще Масе купила вот такой корм, у нас вот Масе иногда его ест. А, чеки давай мне. А что, пауэрбанк мы брали? Да, я чекаю. Мне надо его, Света, зарядить, чтобы завтра в Соликамск же я еду, чтобы мне с собой взять. Чек, вот спасибо. А у них карманные деньги? Они зарабатывают сами. За то, что они картошку тяпали, пахали, мы им деньги давали. У меня КД. Вату Ваньки возьмешь? Завтра Ильюша с тобой в Соликамск едет, ты в курсе? А в четверг кухня приезжает. Через неделю окна. У меня неделя пошла радости полностью. У меня месяц был огорчение из-за того, что я не могла ничего с окнами сделать. Теперь у меня неделя радости. Там гречку разогреваете, сорбета есть. Ладно, вот такие вот у меня, ребята, новости. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Я буду очень рада.